все приходилось читать и, ну, в основном просить сокурсников читать. Ну, я знала, что я буду работать всю жизнь швеей. Я свой адрес много раз выслушивал, что, слушай, я тебе так завидую. Ну, здоровый мужик мне говорит, я тебе так завидую. Увидела его издалека и побежала к нему сама. Вот сколько радости было. Тогда я первый раз увидела, кто как папа пугает. Смотрите реалити-проект «Такие же» 17 ноября в 20:00 на национальном телевидении.